вечер. Во-первых, мне очень радостно видеть наполненный наш зрительный зал. Вы прекрасно знаете о том, что наша школа с большим удовольствием всегда встречает гостей. И кто был на концертах прошлого года, посещал заседание нашей филармонии, помнят, что наши гости были из города Красноярска. Так сегодня случилось, что к нам в гости пришли наши соседи. Ребята из Дворца детского творчества, с которыми мы давно-давно дружим. И это очень здорово, что те ребята, которые выйдут сегодня на сцену, они тоже ученики нашей школы. То есть мы не просто дружим, а мы еще и одним делом занимаемся. Этот коллектив вы все прекрасно знаете. И не просто знаете, вы его очень любите. Вы ходите на концерт этого коллектива. И поэтому нам вдвойне приятно, что сегодня мы в этом зале и на нашей сцене встречаем замечательную, образцовую вокально-эстрадную студию «Берег детства». Руководитель коллектива Николай Петрович Левашов. Педагог по вокалу Томарева Марина Владимировна, выпускница нашей школы. Итак, начинаем. Вы знаете, что 2015 год – непростой год для нашего государства, 70 лет победы. И, естественно, замечательный детский коллектив не остался равнодушным к этой дате. И поэтому мы сегодня с вами еще и услышим песни, которые напомнят нас о той дате, которую мы с вами отметили 9 мая. Итак, начинаем концерт. Уважаемые зрители, я хочу вам поаплодировать, что вы пришли, несмотря на погоду. Знаете, это мужество, большое мужество. Поэтому давайте слушать, наслаждаться и аплодировать. Договорились? А давайте попробуем, как мы будем аплодировать. Спасибо. Спасибо. И это все, что ли? Еще погромче. Воу! Дороги день за днем, и фургончик поле чисто.
красивый дом. Мальчиков, я играл эту песню на баяне. Да. Спасибо.
ваша удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов в сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов в сердце, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви.
если вы хоть чуть-чуть знаете хоть какую-нибудь песенку, мы не будем против. Правда? Давайте петь вместе с нами, согласны? Вот сейчас будет вот именно этот вариант сейчас. Специально для вас выучили эту песню. Вот специально, не поверите. Улетающих старых между нами.
Давайте сейчас поаплодируем наш артист. Эту песню мы посвящаем всем вам, уважаемые мамы, бабулечки, а также девчонки, вам. Простые вещи.
самая главная песня нашей жизни. Марина Владимировна.
Я думаю, что сегодня мы испытали с вами такую гордость за то, что мы живем в городе Железногорске, и у нас талантливые дети в нашем городе. Какие замечательные. Сегодня по второму каналу, по России-1, будет какой-то эстрадный концерт. Я думаю, он будет хуже, чем то, что мы с вами сегодня услышали. Ирина Юрьевна, огромное вам спасибо за ваш приют. И я всегда говорю, ребята, давайте жить дружно, правда, и дружить домами. Огромное спасибо. Я думаю, это не последняя наша встреча. Всем удачи, спасибо. Ребята, молодцы.